Погода в день визита президента Узбекистана в Казахстан будто предопределила характер этой встречи и все, что будет после. Так же, как и солнце, выглядывающее из-за хмурых облаков, Узбекистан смело, но осторожно снимает барьеры. Чуть позже свой визит Мирзиёев назовет не просто важным, а историческим. Это читалось в каждом заявлении и движении узбекского лидера. И пусть официальный Ташкент не всегда поддерживает интеграционные объединения, участие в экономической и политической жизни региона и континента он, безусловно, принимает. А с недавнего времени отмечается определенная активизация республики, особенно в отношениях с Казахстаном. Торговля резко возросла между нашими странами. Новые виды продукции стали поставляться. Сегодня проходит бизнес-форум огромный. Участвуют 500 бизнесменов с двух сторон. Как мне сказали, будут подписаны 75 контрактов почти на миллиард долларов. Это впервые в нашей истории за эти годы. Основы отношения было заложено между мной и первым президентом Узбекистана Исламом Догоневичем Каримовым, моим большим другом. Пусть земля ему будет пухом. И мы продолжим с вами эти традиции, как близкие страны, как добрые соседи, помогая друг другу. Шавкат Мирзиёев отметил очень важный для его страны жест Нурсултана Назарбаева. Именно он, по словам президента соседней страны, и стал толчком, во многом определившим курс обновления и укрепления межгосударственных связей. Вы, Нурсултан Абишевич, посещая в сентябре прошлого года в Самарканде, сказали такие слова, что мы с Узбекистаном, Казахстан всегда будет вместе. Ваши слова стали основанием, что весь узбекский народ почувствовал плечо настоящего друга и брата. Вы в день Хаита приехали специально отдать дань первому президенту Республики Узбекистан, вашему другу. Вот с тех пор у нас наши дружеские отношения, торгово-экономические отношения поднялись на совершенно новый уровень. Тот факт, что впервые в Казахстан вместе с президентом Узбекистана приехала внушительная делегация из числа членов кабинета министров этой страны, в том числе и те, кто вообще никогда не имел тесного взаимодействия с коллегами из других государств, тоже говорит о многом. Более того, в состав узбекской делегации впервые включено и руководство парламента. А это уже явный признак стремления к развитию самого разностороннего и многовекторного политического сотрудничества. Контакты с Казахстаном Узбекистан намерен активизировать по всем статьям. Ведь важно понимать, что страна, поставившая перед собой масштабные задачи по своему преобразованию и сбалансированности в плане внутренней и региональной стабильности, выполнит их только благодаря развитию отношений с ближайшим окружением. И в первую очередь это касается Казахстана, наиболее динамично развивающейся страны в регионе и имеющей авторитет во всем мире. Стержнем двухсторонних отношений является торговая экономика. Астана и Ташкент занимают место ведущих торговых партнеров для друг друга в Центральной Азии. Несмотря на снижение конъюнктуры рыночных цен в 2016 году на 9%, в физическом выражении наша торговля выросла на 16%. На сегодняшний день в Казахстане представлены около 800 действующих предприятий с участием узбекского капитала. В рамках этого визита стороны нацелены на раскрытие транзитно-транспортного потенциала и открытие новых путей пассажирского сообщения между двумя странами. Надо отметить, что именно в марте, в эти дни, впервые открыто железнодорожное сообщение скоростного поезда Алматы-Ташкент. С большим удовольствием, с большим аншлагом люди начали ездить друг к другу. Авиационное сообщение открыто. Три рейса из Ташкента, три рейса, то есть каждый день в неделе. Алматы, Ташкент, Астана. Автобусные сообщения, автомобильные сообщения для туристов. Это все оживляет не только отношения, но и экономику.
Кардинально расширить сотрудничество позволит и осуществление транзитных перевозок. Стороны выразили заинтересованность в скорейшей реконструкции автомобильной дороги Бейнеу-Акжигит, границу Узбекистана. Сейчас страны усиливают акцент на поиске новых точек соприкосновения и в автомобильной промышленности. Совместные проекты у нас появляются в машиностроении. Узбекские автопроизводители совместно с Арарка-автопромом будут производить совместно легковые автомобили. Есть проекты в пищевой отрасли, в агрохимии. Мы планируем увеличить поставки казахстанской нефтепродукции. Планируем, что этот визит даст дополнительный импульс для увеличения товарооборота. Стоит отметить, что важнейшими сторонами стратегического партнерства двух государств становится полное доверие, экономическое взаимодействие и гуманитарное сотрудничество. Сегодня в отношениях между Астаной и Ташкентом нет острых углов. У стран нет нерешенных вопросов, разногласий, территориальных ли, политических, тоже нет. В целом Казахстан и Узбекистан имеют общее видение, схожие оценки развития ситуации в мире, тесно координируют подходы к решению международных проблем. Важным фактором дружественных отношений являются наши тесные культурно-исторические связи. Более миллиона этнических казахов живут в Узбекистане. Порядка 500 тысяч узбеков считают своим родным домом оба государства. В вопросах укрепления региональной безопасности страны имеют идентичный взгляд. Мир важен для каждой из стран-участниц региона. И для его установления важно прилагать совместные усилия. Наша сегодняшняя встреча проходит на фоне быстро меняющей ситуации и неоднозначности сложных процессов, которые мы наблюдаем в современном мире. Усиление напряженности в ближнем и дальнем зарубежье. В этих непростых условиях Узбекистану и Казахстану, которые несут особую ответственность за сохранение мира и стабильности, благополучия и спокойствия во всем нашем большом регионе, чрезвычайно важно выработать единые подходы по своевременному реагированию и упреждению возникающих вызовов и угроз. Членство Казахстана в Совбезе ООН – отдельная тема для разговора двух президентов. Шавкат Мирзиёев особо отметил, факт того, что общие интересы всего центрально-азиатского региона представляет государство, возглавляемое такой авторитетной политической фигурой, как Нурсултан Назарбаев, дорогого стоит. И заверил, что Узбекистан все усилия и инициативы нашей страны в ООН будет поддерживать всегда, особенно в вопросе установления мира в Афганистане. Вообще важно понимать, что взаимоотношения таких игроков, как Казахстан и Узбекистан, немалый важный фактор стабильности во всем регионе. Ведь в конечном итоге от расширения экономического и политического взаимодействия все остальные страны только выиграют. Дальнейшему развитию двухсторонних делевых связей способствует проходящий в это самое время, можно сказать, исторический узбекско-казахский форум, который не проводился за последние 25 лет. Участвует 500 деловых людей. Как мне доложили, они рассматривают пакет из 75 соглашений стоимостью почти 1 миллиард долларов. Для активизации контактов были рассмотрены перспективы проведения межрегионального форума сотрудничества. Сейчас товарооборот между двумя странами составляет чуть больше 650 миллиардов тенге или 2 миллиардов долларов. Государства намерены увеличить его в ближайшие годы до 5. И делать это в том числе с помощью создания совместных предприятий. Что могут предложить узбекские бизнесмены, их казахстанские коллеги увидели собственными глазами в Астане. В рамках форума стороны подписали порядка сотни соглашений. Помимо совместного автопрома, один из будущих проектов связан с фармацевтикой. Обсуждение вопросов расширения торгово-экономического сотрудничества пришли к общему мнению, что у нас есть все реальные предпосылки в ближайшей перспективе разы увеличить объемы товарооборота, расширить потенциал общих транспортно-коммуникационных систем и на поэтапной основе совместно решать стоящие перед нами задачи в рамках принятых соглашений о сотрудничестве. Всего по итогам переговоров подписаны 13 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, которые должны активизировать работу по самому широкому
широкому спектру деятельности. Говорили о сотрудничестве главы государств и в неформальной обстановке. Нурсултан Назарбаев устроил дорогому гостю небольшую экскурсию по Астане. Президенты посетили театр «Астана-Опера», Назарбаев-университет. Официальное открытие торгово-развлекательного центра «Мегасилквей» прошло с участием высоких гостей. Осмотр достопримечательностей Астаны закончился посещением комплекса «Астана-Экспо-2017». Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента соседней страны за принятое решение о полномасштабном участии Узбекистана во Всемирной выставке, которая начнется в Астане уже меньше, чем через 3 месяца. Айгуль Адилова, Айдос Меделбеков, Дулат Янтибеков при поддержке телерадиокомплекса президента «Житокон».